Добрый день, уважаемые дамы и господа. Каждый год в наш институт приходят новые очаровательные улыбки, искрометные умы и блистательные походки. И мы в этом году с нетерпением ждали этого события. Самое яркое и волнующее. Конкурс «Мисс Уральского института управления президентской академии». Без лишних промедлений хотелось бы предоставить слово для приветствия заместителю директора Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, кандидату физико-математических наук Александру Николаевичу Полиенко. Дорогие наши студенты, дорогие претендентки на мисс Короны, мисс Уральский институт управления, разрешите от себя, ну и главное от нашего директора, доктора философских наук Александра Александровича, поздравить вас с этим праздником. Это действительно большой праздник. Сегодня пятница, последний день недели, у нас всех хорошее настроение. Вы такие все красивые, юные, замечательные. Сразу видишь, так сказать, слова Федора Михайловича Достоевского, так сказать, сказано князем Мышкиным о том, что красота спасет мир. Для нас вы действительно самые талантливые, самые красивые, самые юные, самые замечательные. И хочется вам пожелать всем победы, чтобы вы все раскрыли свои самые лучшие духовные, душевные, там, нравственные, внешние качества, чтобы все у вас получилось, а мы будем получать наслаждение и болеть за вас. Спасибо. Успехов всем. Спасибо, Александр Николаевич. Также для напутствия участникам и вам, уважаемые зрители, мы приглашаем на сцену научного руководителя Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, доктора философских наук, профессора Владимира Анатольевича Лоскутова. Добрый вечер, уважаемые друзья. Немножко приболел в связи с интенсивной подготовкой к Новому году, но Надежда Александровна Попова предъявила мне такие железобетонные аргументы, что я должен сегодня здесь в это время, в этот час стоять, что я просто не мог устоять от этого. Первое. Оказывается, ну, ей это видней, все конкурсы красоты, которые проводились в Уральском кадровом центре, в Уральской академии государственной службы, в Уральском институте управления, всегда открывал я. Это серьезно. Второе. Надежда Александровна говорит, что ну, это же конкурс женской красоты, поэтому его должен открывать мужчина. Ну, как бы тоже попадание в яблочко. И, наконец, самый третий и наиболее серьезный аргумент, поскольку это конкурс красоты, то открывать его должен. Лефин, подскажи. Красивый мужчина, елки-палки. Столько лет мы... Спасибо, друзья. Ну, конечно же, это действие не есть соревнование красоты, скажем, между залом и теми девчонками, которые сегодня выйдут на эту сцену. Абсолютно нет. Если бы на это состоялось, это соревнование, то я на 100% уверен, что победило бы в нем жюри в силу своего профессионализма и тех полномочий, которые мы ему доверили. Но, слава богу, это не так. Сегодня мы присутствуем на шоу. На шоу, которое сделали своими руками, своими мыслями, своими эмоциями наши студенты. И я хочу, чтобы сейчас свистом, улюлюканьем, топанием ногами в пол, хлопанием одной ладошки об другую вы приветствовали начало нашего шоу. За что вам огромное спасибо. И также, уважаемые дамы и господа, разрешите от красивых мужчин перейти
к не менее прекрасным девушкам. И хотим пригласить на сцену для приветствия Анну Ботинькову, председателя комитета по молодежной политике администрации города Екатеринбурга. Всем здравствуйте! Ну, я выпускница Академии, поэтому я всегда с особым трепетом поднимаюсь на эту сцену. Эта сцена для меня родная и любимая. Я хочу сказать, что все, что делает Академия, все всегда на высшем уровне. И я думаю, что сегодняшний праздник — это не исключение. Я желаю нам с вами приятного просмотра, а всем девчонкам я желаю, чтобы у них получилось все задуманное. Никого сегодня проигравшего, я думаю, не будет. Все у нас победительницы, все красавицы. Итак, шоу должно начаться. Спасибо. Спасибо, Анна, дамы и господа, уважаемые зрители. А сейчас разрешите представить вам строгое и требовательное жюри. Председатель жюри, заместитель директора Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Яковлевич Лейфель. Главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Александрович Трубинов. Директор общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Викторовна Петракова. Илья Елисеев, исполнительный директор портновской мануфактуры «Шишкин». Анна Войцехович, победительница межвузовского конкурса красоты «Мисс ВУЗ-2014», лицензированный инструктор по программе «Зумба Фитнес». Светлана Вавилова, фотограф журналов «Хэппи», «Стольник», «Бизнес и жизнь». Марина Степанова, профессиональный стилист, бизнес-тренер и коуч, автор многочисленных мастер-классов по стилю. Евгений и Кристина Лисуновы, основатели сети танцевальных студий «Академия танца To Dance», мастера спорта по спортивным бальным танцам. Андрей Вадимович Данилов, главный инженер Уральского института управления президентской академии. Наш конкурс проходит при поддержке Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Студии моды Just Fashion. Профсоюзной организации студентов Уральского института управления президентской академии. Особую благодарность выражаем спонсорам, оказавшим материальную поддержку при подготовке к конкурсу «Мисс Уральского института», а именно Артуру Подхулаевичу Нурмухамедову, Даниле Александровичу Трубинову, Лии Вячеславовне Морозовой, Михаилу Анатольевичу Попову, а также компаниям PR-видео, онлайн-трансляция, видеостудия, которая занимается видеообеспечением праздничных, торжественных и любых ответственных мероприятий. Торгово-развлекательный центр «Гринвич». Современный торговый центр «Гринвич» — это более сотни известнейших брендов одежды и обуви. Специализированные магазины аксессуаров, ювелирных изделий, косметики, книг и канцелярии, а также товары для дома и детей. Торгово-развлекательный центр «Пассаж». Обновленный торгово-развлекательный центр «Пассаж» объединил в себе все лучшее из мира моды, развлечений, высокой кухни и кино. Кинотеатр «Пассаж Синема». «Сималэнд». «Сималэнд» – один из крупнейших в России оптовых магазинов товаров народного потребления. Постоянные клиенты магазина – торговые сети, магазины в формате у дома, офисы, учебные заведения, общественные организации. «Сималэнд» – это единственная российская компания, которая приняла участие в крупнейшей международной выставке Юго-Восточной Азии – Кантонской ярмарке 2013 года. Театр музыкальной комедии. За последние десятилетия театр сыграл больше десятка мировых премьер, привез в Екатеринбург в общей сложности 17 высших национальных театральных премий «Золотая маска».
Исторический интерактивный музей «Россия. Моя история». Исторические парки «Россия. Моя история» – это самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Создатели парка сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное повествование. Фитнес-клуб «Технофит». Фитнес-клуб «Технофит» – это основной комплекс фитнес-услуг в самом центре Екатеринбурга с площадью более 1000 квадратных метров. Территория. Квесты и перформансы. Территория – это крупнейший квест-центр России. Наверное, самое современное в центре города пространство для необычного и запоминающегося досуга. 7 квестов, 3 перформанса, виртуальный квест, кафе, зона с караоке и многое другое. Дизайнерские аксессуары «Кудесница». Дизайнерские аксессуары «Кудесница». Компания занимается изготовлением и продажей дизайнерских аксессуаров. Яркие эксклюзивные изделия порадуют вас своим качеством по приемлемым ценам. Be My Dress – сервис по аренде платьев. Это сервис по аренде коктейльных и вечерних платьев. Больше не нужно тратить много времени и денег в поисках идеального платья. В коллекции Be My Dress представлено большое количество нарядов. Собираетесь на вечеринку, свадьбу, а может быть важное свидание, тогда вы обязательно найдете то, что вам нужно в Be My Dress. Салон платьев «Золотой песок». Салон платьев «Золотой песок». Платья студии шьются из лучших натуральных тканей и только по лучшим фасонам. Отличное качество ткани и ручная работа в сочетании с дизайном и недорогой ценой делают бренд очень привлекательным для девушек по всей России. Проновиас. Салон новобрачных, салон свадебных и вечерних платьев. Это мировой лидер свадебной и вечерней моды. Новая коллекция платьев высочайшего качества, сшитых вручную, поразит невероятно изысканными решениями, роскошными тканями, безупречными утонченными силуэтами и изящными деталями. Headhunter. Headhunter – это качественная база резюме и вакансий, а также современные сервисы для поиска, работы и персонала. Клиника офтальмохирургии «Профессорская плюс». Клиника офтальмохирургии «Профессорская плюс» сохраняет в себе высокие технологии, современное оборудование и квалификацию специалистов. Главное преимущество отделения микрохирургии глаза в лечении и восстановлении зрения. Портал «Геометрия». Наш фотопартнер сегодня – портал «Геометрия.ру». Репортажи самых значимых событий города, в том числе и сегодняшнего мероприятия, вы найдете на портале «Геометрия.ру». Студенческое телевидение Уральского института управления. Редакция. Редакция. Фотостудия Уральского института управления, а также фотограф Дмитрий Скутин. Александра Соснина. Фотограф Полина Рожковская. ПАренд. ПАренд. Аренда профессионального звукового и светового оборудования любой мощности. Академия танца «To Dance». Академия танца «To Dance» – уникальная школа современных и классических танцев. Самая популярная и крупная из танцевальных студий Екатеринбурга. «To Dance» – это образ и стиль жизни. Это билет в яркий и красочный танцевальный мир. Maribel Flowers. Maribel Flowers – компания, которая занимается продажей самых свежих цветов. Принимает заказы любой сложности. Компания ценит каждого клиента, поэтому вы можете быть уверенными, что получите цветочную продукцию достойного качества с максимальной экономией временных и денежных затрат. Салон красоты Beauty Prof. Beauty Prof – сохранение вашей молодости и красоты самыми современными, эффективными и безопасными технологиями. Cakes with Love. Домашняя кондитерская выпускницы нашей академии Анастасии Никоновой. Современные муссовые десерты на любой вкус. Торты Анны Исаевой «Анис». Торты Анны Исаевой сделают ваш праздник запоминающимся, а также оставят яркие эмоции и теплые воспоминания. Также сейчас в группе ВКонтакте «Торт Анис ВКБ» проходит очень вкусный розыгрыш на целых 3 победителя. Успевайте принимать участие. Студия сахарной эпиляции «Не слипнется». Студия сахарной эпиляции «Не слипнется». Ощути удобство, качество и безупречный сервис. Шаман-шоу «Зов предков». Центр продаж «Cold Trade». Центр продаж «Cold Trade». Компания находит клиентов для вашего бизнеса. Red Bull. Волонтеры Уральского института управления. Уважаемые дамы и господа. Многие из вас ждали с нетерпением этого момента, начала нашего конкурса. Я желаю вам приятного вечера. Тем, кто смотрит трансляцию конкурса в интернете, мы желаем быстрого интернета и бесперебойной связи. Уважаемые дамы и господа, хорошего вам вечера.
Давние времена, когда горы были еще молодыми, много было таких, как малахитницы. Никто не звал их ни хозяевами, ни сторожами сокровищ, потому что называть было некому. Безлюдными были те земли, и во владениях Азовки не было ни единого человека. Шло время, и врастали ее родичи в землю, сами становясь горами, отдавая на хранение все свои богатства. Так постепенно Азовка осталась одна, и вот тут-то уж ее стали называть хозяйкой Медной горы. Ей безразличны людские страдания, но она покровительствует тем, кто истинно талантлив. Не найти тебя такой среди людей!
номер первый. Анастасия Авраменко. Номер второй. Надежда Афанасьева. Номер третий. Юлиана Берсенева. Номер четвертый. Софья Гринева. Номер пятый. Алина Зайнулина. Номер шестой. Екатерина Косолапова. Номер седьмой. Виолетта Кряжева. Номер восьмой. Анна Пакшинцева. Номер девятый. Елизавета Пермякова. Номер десятый. Дарья Попова. Номер одиннадцатый. Мария Поспелова. Номер двенадцатый. Полина Пупышева. Номер тринадцатый. Анна Соснина. Номер четырнадцатый. Анастасия Фаст.
воспоминания. Они без твоей любви, как воздух, не нужны. Люди добрые, кто в жюри сидит и кто просто похлопает. Расскажу я вам сказ о женщине, что решила поднять с колена Русь-матушку. У нее в глазах всегда искорка, но сильнее блеск с полусладкого. Очертания ее эталонные, 90-60. А тут кость широкая. И добродушой, не злопамятно. Иногда звонит даже бывшему, нарекая его добрым молодцем. А вина тому полусладкая. Пляс, спускаясь по пятницам, песнь поет Лабутенову, завершая вечер шавермишной, хороводы кружат с армянами. Все проблемы решает с подругами, собираясь на вече кухонном. На Руси два вопроса извечны. Виноват кто? И делать что далее? Так признайтесь мне, люди добрые, кто из вас попадал в ситуацию, когда часть носков по всей горнице да без пар одиноко валяются? Аки в песне княжны Ольги Бузовны. Половинок все меньше становится. Али кто забывал даты важные? Когда Русь крестили и год отношения? Да, только сильный пол. Не грешат таким женщины. В ходе вечи, придумав с подругами, что все беды возникли у русичей от решений мужчинами принятых, наша женщина смело намерилась для спасения царства российского служить там на равных с мужчинами, где еще не была нога женщины. Потому как по статье 3 Трудового кодекса на Руси запрещена дискриминация по половому признаку. И решила ворваться в политику, аки канцлер заморская ангела, защищать царя, как Поклонская, или податься на выборы скорые, как известная барыня Ксения, что сердца одинокие связывать полюбила с княжной Ольгой Бузовной. И теперь на заре демократии страшный хайп вдруг поднялся у русичей, что ни в чьей голове не уложится, коли женщина хочет стать Путиным. ФСБ подключилась к трансляции. Рейтинг конкурса вырос неистово. Что бы сделала в первую очередь, находясь на посту государственном? Помирила бы страны заморские за бокальчиком полусладкого. Скоро-наскоро, думая-думушку, отвлеклась от дел политических и решила спасти Русь любимую в той стезе, где проблема извечная. Принялась работать с юродивыми, стала русской футбольной тренершей, чтобы не впасть в грязь лицом в 18-м, и чтоб подов снизить для мемчиков.
Только женский подход сможет русичей Березуцких, Двух и Кокорина, хоть и дров деревянных в обличии, научить богатырским умениям. И построить стену кремлевскую у ворота Кенфеева Игоря. Дзюбик Буцан царь пушку приделает. Да плей-офф славных русичей выведет с божьей помощью до Мельдония. Ох, и тяжкий к нам год приближается. Такова у России судьбинушка. Трудный миг всегда выручит женщину. Не впервой ведь коней останавливать и в горящие избы захаживать. Только хрупкие женские плечики для прекрасного были придуманы. Не решать им проблемы вселенские. Да и надобно ли это женщине? Сила девичья добром молодца, что стоит рядом с ней стеной каменной. Примет сам волевое решение, лучшим станет без всяких мельдониев. Даже горы свернет ради женщины. А носки пусть и дальше валяются. Мы со всеми проблемами справимся, но у мужчин это лучше получится. Сильным женщинам нужно быть слабыми. Мужики, не тупите, пожалуйста. И пока эта муха будет гладить свои лапки, я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек в день может врать до 200 тысяч раз. Вот и я солгу сейчас, а потом ты уйдешь, а я останусь. Станет странное сердце, бестолковое усталостью. Я буду бояться остаться один на один с этой комнатой цветных пелерин. Тобою связанных на мне пелерин. Значит, выстрел будет метким, будут четкие круги на воде и тонкой веткой. Я останусь смотреть, как они летят стремительно вниз. Научи меня так близко, я буду молчать никогда нигде об этом. Я не буду бояться остаться один на один в этой комнате цветных пелерин. Тобою связанных на мне пелерин. Thank you.
связанных на мне пелерин. Целуй меня, пока лучи не целятся в нас, пока еще что-то чувствую, пока мы еще здесь. Целуй меня, я ненавижу, когда ты так нужен, потом ведь все намного может быть хуже. Ты выдыхаешь в нас весь час. Целуй меня, пока лучи не целятся в нас, пока еще мы что-то чувствуем, пока мы еще здесь. Целуй меня, я ненавижу, когда ты так нужен, потом ведь все намного может быть хуже. Ты выдыхаешь в нас весь час. Целуй меня, пока лучи не целятся в нас, пока еще мы что-то чувствуем, пока мы еще здесь. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
большой. Нет, мама, очень большой. Нет, еще больше. Погода нормальная, ветер порывистый. Доносит смог и обрывки неизвестных песен. В городе очень много всего. Особенно людей, особенно в метро. Людям друг за друга все равно, особенно в метро. Хотя некоторые предлагают мне то, о чем ты предупреждал. Но я все помню и отказываюсь. Yes.
который год. И с тех пор отсчет моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет. Опять метель, и мается мной в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий давности вся жизнь. Опять метель, и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один пошла млада по воду, замахала ведрами. Ой, ай, да я лилю, ой, ай, да я лилю. Пущу ведра под гору, сама выйду на гору. Ой, ай, да я лилю, ой, ай, да я лилю.
привольно нам с тобой. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Хозяйки медной за горой, преемницей готова стать она.
так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она все лишь бедная дурнушка. Младенческая грация души уже сквозит любовные движения. Все мы приходим сюда за духовным ростом. Я думаю, что в итоге мы должны осознать, кто мы есть на самом деле. Проснуться, приблизиться к своей изначальной сути. Когда люди это поймут, они увидят, что нет никаких границ, кроме тех, что возвели себе сами. В сердце каждого человека заложена сила, помогающая получить желаемое. Это незабываемое, магическое ощущение, когда тебе открывается истинная природа вещей, да и твоя собственная. Мы мечтаем, создаем мир иллюзий, и правильно. Без этого жизнь станет серой, скучной, однообразной. Мечтайте. Мечтайте.
friend? Yes. Последнее испытание. Открываешь глаза. Самое сложное для той, кто станет моей преемницей. Показать остроту ума и силу мысли. Пришло время узнать, кто же из тех, кого нашли мои слуги верные, готов стать настоящей хозяйкой. Посмотрим, что шкатулка мне моя приготовила. Красавица, скажи, назови три места в России, которые ты бы обязательно посоветовала посетить любому человеку. Первое – это мой родной город Карпинск, откуда я приехала сюда учиться. Второе – ну это же, конечно же, столица нашей родины – Москва. А третье, я бы сказала так, какое вашей душеньке угодно. Достойный ответ достойной красавицы. Ну что, посмотрим, как же ты мне ответишь. Какой твой любимый жанр живописи и картина? Искусство очень близко ко мне, в том числе и картины. Я предпочитаю больше морской жанр. Любимый художник, конечно же, Айвазовский, так как это гений, просто гений данного жанра. И любимая моя картина – это, конечно же, «Девятый вал». Хоть я и люблю больше горы, но и море мне тоже по душе. Ну что, скажи мне, как ты себе представляешь будущее через долгие-долгие 100 лет? Через 100 лет, что бы ни произошло, я уверена, что наша академия будет процветать
стоять и жить долгие-долгие годы. Хороший ответ. Ну что, ответит ли мне следующая красавица? Если бы тебе сказали, что ровно один день ты можешь быть другим человеком, кем бы ты стала и почему? Если бы... Добрый вечер, уважаемые жюри, наверное, если бы... Я бы ничего не поменяла, я не хотела бы стать другим человеком, меня все устраивает, так как сейчас все есть. Замечательно. Главное, чтобы тебе было удобно с самой собой. Ну что, если бы тебе пришлось объяснить иноземцу, что из себя представляет земля и земляне, о чем бы ты ему в первую очередь рассказала? В первую очередь я бы ему рассказала о дружбе, потому что дружба и, соответственно, любовь живут в каждом из нас, и это является именно тем самым главным, тем нашей самой особенностью землян. Достойный ответ. Какой тебе достался интересный вопрос? Очень короткий. Если не Россия, то... Это очень интересный вопрос. И... Если не Россия, то... Я бы все равно осталась в России, несмотря ни на что, несмотря на все, что у нас происходит. Наша страна прекрасна, у нас прекрасный народ, мы процветаем, и не важно, что творится в других странах, важно то, что в нас. Важны люди, которые нас окружают, с которыми мы взаимодействуем. Это самое главное. Россия, не только Россия. Она прошла проверку. Отлично. Ну что же, посмотрим, что тебе приготовила моя шкатулка. Если бы тебе предложили улучшить мир, избавив его от одной единственной вещи, что бы это было? Если честно, мне в нашем мире все устраивает. Но можно изменить то, что... чтобы все люди относились друг к другу более любя, тепло, чтобы не было никаких ссор, не было никакого негатива. Все-таки это плохо влияет на человека, там морщинки, там все дела. Вот. И поэтому надо чаще улыбаться и говорить друг другу приятные и хорошие слова. Ответ настоящей девушки, несущей мир. В какой исторической эпохе ты бы хотела жить и почему? Меня, конечно, полностью устраивает наша эпоха, так как мы все тут стоим без пышных платьев и спокойно ходим по этому чудному подиуму на этом чудном конкурсе. Но, в принципе, эпоха Возрождения — это то, что надо в данном случае, потому что прекраснее того, что происходило именно в эти времена, в эти даты, в эти года, которые каждый был наполнен событиями настолько, что даже умещается, наверное, в учебниках двух по истории. Но все-таки наша эпоха — это то, где мы сейчас, а то, где мы сейчас — это самое важное. А завтра и вчера — это абсолютно бессмысленные дни. Спасибо. Ну что, красавица, расскажи мне, какую профессию ты бы назвала самой важной в мире и почему? Спасибо за интересный вопрос. И, наверное, я бы ответила так. Самой важной профессией в мире — это красивая женщина. Как говорил Роберт Рождественский, красивая женщина — это профессия. Чтобы быть красивой женщиной, не нужно не просто родиться ею, это работа.
очень тяжелая. А как мы все знаем, люди, они чем отличаются от других существ на этой планете? Что мы стремимся к красоте. Это наше влечение. И... Извините, пожалуйста, я... И красивые женщины украшают этот мир. Спасибо. Ну, я думаю, ты эту профессию точно освоила. Расскажи мне, пожалуйста, еще один очень сложный и провокационный вопрос. Как побороть коррупцию в мире? Очень актуальный вопрос в наши дни. Ну, на самом деле, я считаю, что коррупцию нужно побеждать. Это, конечно. Это можно сделать только тогда, когда люди станут более красивее, более добрее внутри. И тогда все получится, и тогда мир и наша страна будет жить спокойно, без коррупции. Достойный ответ. Ну что, расскажи мне, стоит ли женщинам заниматься политикой? Или это все-таки совсем не наше дело? Я думаю, что каждому человеку стоит заниматься тем делом, которое ему по душе. Поэтому если женщине хочется заниматься политикой, пусть она ей занимается. Замечательно! А следующая претендентка расскажет нам, что же ты сделаешь, если тебе вдруг скажут, что сегодня твой последний день в жизни? Я буду как можно больше улыбаться людям, дарить добро и танцевать. Великолепно! Ну что, мы почти проверили всех претенденток на мое место, но осталось еще немного. Расскажи, твое любимое литературное произведение и почему именно оно им стало? Мое любимое литературное произведение – роман Чернышевского «Что делать?». А почему оно мое любимое? Да потому, что там показывается, что любовь не имеет только одного смысла. Она может выражаться абсолютно по-разному. Это замечательный ответ. И самый-самый последний, и самый каверзный вопрос. Скажите, кто из женщин является для вас примером для подражания? Наверное, каждая женщина уникальна, и в каждой женщине есть изюминка. И стоит оставаться той, какая ты есть. Можно стремиться к идеалу, но для каждого он разный, свой. А какой вопрос еще раз? Кто из женщин является для тебя примером для подражания? Нельзя ответить по-другому. Конечно же, мама. Своей силой воли, своей любовью, добротой. Это самый лучший человек на Земле. В жизни каждого из нас. Ну что, я проверила каждую из вас на остроту ума и силу мысли. Но все-таки мне еще трудно сделать свой выбор. Трудно. Открываешь глаза, класс.
Бьешься за жизнь, уедает из-за забытого, и даже иногда за меня. Как бы тебе повезло, чистому полюшку стилается. Try.
Ой, не могу, тут вы, ой, подружка, любезно, мать.
someone's gonna be burned. But just because the ball doesn't mean that I die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Oh, oh, oh. Дамы и господа, корона девушкам предоставлена компанией дизайнерских аксессуаров «Кудесница». Уважаемые зрители, дорогие члены жюри, подошла к концу конкурсная часть сегодняшнего вечера. И сейчас, уважаемые члены жюри, мы предлагаем вам удалиться в комнату для совещания. Желаем вам легкого выбора и правильного решения. Ну а вам, уважаемые зрители в зале и те, кто наблюдает за нами по трансляции, мы хотим рассказать еще некоторые приятные вещи о наших спонсорах. Кроме того, уважаемые зрители, мы просим вас также не покидать зал, потому что и вы сейчас примете участие в выборе лучшей участницы сегодняшнего вечера. Партнер нашего конкурса офтальмохирургическая компания «Профессорская Плюс» предоставляет сертификат на 10 тысяч рублей. Чтобы получить сертификат на 10 тысяч рублей от офтальмохирургической компании «Профессорская Плюс», мы просим вас, уважаемые зрители, телезрители, кто наблюдает за нами, зайти в группу ВКонтакте, которая называется «Мисс Уил Ранхикс», и сделать там репост записи, которую вы увидите на самом верху. Итак, уважаемые зрители, сейчас мы предлагаем вам принять участие в розыгрыше сертификата на 10 тысяч рублей от офтальмохирургической компании «Профессорская Плюс». Для этого вам нужно зайти на сайт, в группу ВКонтакте, там ВКонтакте, группа «Мисс Уил Ранхикс». Вам нужно сделать все, что написано на соответствующем посте. Ну а сейчас, уважаемые зрители, кто остается здесь, в зрительном зале, мы предлагаем вам также сделать свой выбор участницы, которая, по вашему мнению, должна стать лучшей. Девушки, которые сейчас одеты в костюмы, в футболки конкурса, ходят с коробками. Для того, чтобы вам принять решение, вам нужно сейчас приготовить ваши билеты, с которыми вы попали к нам сюда в зал. К вам подойдут эти девушки, и нужно будет сделать простой выбор. Внизу ваших билетов вы видите фамилии участниц. Девушки подойдут к вам с ручкой, вам нужно будет лишь отметить наиболее понравившуюся вам участницу.